Хорошая передача, нет положения вне игры. Выход 1-1. И первый гол в сегодняшнем матче. Артем Руднев забивает свой пятый мяч в этом чемпионате. Логично. Все логично. 26-я минута и последние 10. Это не Руднев, кстати, это Байстер, да? Просто Руднев, дайте смотреть внимательно. Да, это Байстер. А Руднев немножечко в глубине этой атаки. Ну вот вам иллюстрация к тому, что все-таки два нападающих. Действительно, два полноценных нападающих играют в Гамбурге. Что касается Максимилиана Байстера, для него этот гол... сейчас посмотрю. Второй гол. Первый он забил в предыдущем матче против Шальке. И, кстати, его мяч очень сильно Гамбургу помог. Я думаю, даже ключевым был. Потом при его участии забил